Вчера сейчас 21 мая 2020 год. На улице 7 градусов. Время начала 9 часа вечера. Солнышко садится за горизонт. Наконец закончился ветер, который дул тут у нас несколько дней с запада на восток или с севера запада на восток, опять же. Я наконец-то вот сделала еще одну грядку. Сейчас ее пытаюсь разбить граблями, выровнять. Вечер сегодня чудесный. Конечно, холодновато. Вот какие облака. Просто с картины. Я не знаю, каких художников. Фламандцев или Рембрандта. Не знаю. Все очень. Смотрите сами, короче, на наши виды. Ну, перистые облака, это к дождю, он будет, наверное, через день. Голубая лазурь на небе. Солнышко садится. Какие краски на небе. И какие краски на земле. Салатовая зелень, желтый одуванчик. Птица поет. А вот черемуха отцветает розовым. Всем пока-пока.